не дает, мало. 70-80 тысяч, а здесь я за неделю столько он мне платит. Дай бог ему существовать. Это не обман народа. Кому верить-то? Тут, а если бы нас не трогали, мы бы тихо, мирно, спокойно и жили. Да, конечно, это пирамида, может быть, она когда-нибудь и лопнет. Но не сейчас бы это случилось. Хочется сдать акции, получить деньги. А это возможно вообще реально? Я думаю, что это нереально, никаких гарантий абсолютно. Какой выход? Выхода нет. Как? Конференцию, посвященную реализации указа президента о защите прав потребителей от антитрастов. Еженедельно на рекламу АО МММ тратится до 10 миллиардов рублей. Эти деньги рождаются, исходя из разницы между продажей и покупкой акций, которые, по сути дела, котируют сам им. Есть ли у нас в государстве организация, которая с зарождения МММ осуществляла или обязана была осуществлять контроль за ее деятельностью? А то получается так, что мы только информаторы. Никто здесь не виновен. Я не стал. Ведь понимаете, каждый работает в своем направлении. Если государственные налоговые службы и мы работаем в плане налогового законодательства, то, естественно, мы же не работаем. Закон Российской Федерации о таможенном тарифе и о проекте закона в соответствии с требованиями, которые изложены в указе.